Всем привет! 2 апреля 2022 года. Я 3 недели не был на рыбалке по разным обстоятельствам. И вот сегодня вроде как вырываемся на просторы дельты Северной Двины. Так, я не знаю, слышно, нет, мы приехали на поле у Кумбыша. Сейчас Юра достал навигатор, ориентируется, ищет точку. Ну что, вроде как приехали. Сейчас будем выставляться. Куда ты завез нас, Сусанин? Вот. Тут народ присутствует. А вон там у нас Андрюха и компания. Машет рукой. Ну что, время 7 часов 15 минут. Палатку поставил. Лунки просверлил. Сейчас буду забрасывать снасти. Удачи мне, пожелайте. Вот сидим уже. Сколько времени? Сейчас посмотрю. 45 минут. Я еще поклевки не видел. Водичку тянет. Рыбка не подходит пока. Что вот 8 часов 15 минут. Народ присутствует, но продолжает подъезжать. Вот, смотрите, Юра что-то тащит, тащит, тащит. Оп, сижок. Да, вытащил. Наверное, у него снасти заколдованные. А я сегодня не хочется ловиться. Там люди лежат, как моржи на льду. Вот посидели, подождали, никто ко мне не подошел, так ни разу никто и не облизнул мою мормышку. Решили уехать отсюда в другое место, может, хоть корюшки половим, раз такой день сегодня. Все, собираемся и уматываем отсюда. GoPro стоп, идем. Переехали поближе к Кумбышу. Солнышко выглянуло, может, нам повезет, половим хоть что-нибудь сегодня мы половим. Так, вот город, вот завод. Ну что, где кто сверлится? Ну вот сидим на новом месте. Все-таки я поставил палатку, потому что ветерок все равно неприятный. А там он у нас, Андрюха Третьяков, сидит. Да. С Лехой. Леха что-то там пытается поймать, дергает. Дальше тут у нас еще дальше родственники пошли. Сашка. Что вот так вот. Две корешины, три наважены, две из которых отпущены. Одна там за палаткой валяется. Это так. О, поклевка. Поклевка. Интересно, что это будет. Не успел. Успел. Не захотел. Ну, может, оп. Это навага, наверное, мелкая. Ну, видите, как она
такая, достань меня, достань. Не ловится. Так вот, клюет. Вот телебонер. Нет. Сейчас сначала подошли, вроде как корешки были, да? Ну, раздодорило сразу. Да, палатку заставили поставить эти корюхи. Надо ее корюхи. Поймал? На базу. А я что-то не могу ее поймать. А как? Я на эту, на легкую. Вы видели, да? Вот как только сказал Юра, что ему нужна мелкая навага. И навага перестала клевать. Эх уж этот Юра, блин. Вот кто водится в этих корягах. Бохеньки. Это стоит палочки, которую я поймал. Так что вот так. Ничего не клюет. Попьем чайку с печенюшечками. Пряничками. Обычно обьешь, да вроде... Потом раскрывается. Одно время тут навашка доливала, так и она перестала, ушла куда-то. Помахаем тут немножко, как будто бы махалкой. Уже все перепробовал сегодня, всякие снасти, всякие лесенки. Пока ничего, так скажем, в приоритете не оказывается. Кто-то подошел на чай. Ну. Ну, очень ленивый. Подойдет так. И все. Что мне не нравится. Вот, не клюет. Так вот, товарищи тут собрались уехать в другое место.
Или что-то таскают? Ловят. Охренеть, у него, смотри, клюет и клюет. Это как так-то? Почему? У нас не клюет, у них клюет. Как так? Где? А? Где? Вон махает и махает, смотри. Нифига! Как так-то? Поделись секретом-то. Чё ты, на что такое ловишь-то? На плавленого червя? Чё у тебя это самое, за мормышка-то такая? Нифига у тебя блесна. Это мне Вадик Медведев вчера подсоветовал. Ты чё, так и на неё и ловишь? А там у тебя что? Здесь опарыш. Ты что, на нее? И на опарыш тоже ловится? Да. Не знаю, у меня что-то ничего не ловится. Сучка поймал. Сучка поймал, да. Все, люди ломанулись в другую толпу. Дальше. Ладно. Пользуюсь случаем. Иду, привет. Все понятно. Все туда ломятся, все туда. Вот. Опять вот этому кретину Мобена, не знаю как назвать, опять попался фиг. Больше, чем у всех. Ты... Так вот он на ваге, смотри, сколько навалил, на уху. Вообще, он сегодня самый богатый в нашей компании. У Лехи я снимать больше не буду. Пойду сниму, что там. Я гляжу, кто больше всех жалуется, того и ловится. Я жаловался. Жаловался, чего мы уехали оттуда? Так, а ты бы там, бы, может быть, такого бы и не поднял бы. Такого, может быть, да. Камбалы бы, ой, ой, ой. Я вон там гляжу, все черпают и черпают, черпают и черпают эту камбалу. Да. Ветер-то, походу, поменялся. Ветер? Ну, как будто бы поменялся. Южный, да. А теплый, кстати, ветер. Вот так вот. Ладно, пойдем дальше. Минус. Минус один, минус два, минус три. Ни одной рыбины, ни одного плюса. Продолжается время, час, да, на нас приближается снежный заряд, похоже. Андрюха у нас без поводки. Продолжает. Сумку уже наловил, вторую. Вторую положил в кузов. Ничего себе, он тут таскает. Ты чё, вообще обнаглел, блин? Сидит в открытую всем показывает, что здесь ловится, а никто не может поймать. Понял, все, он сказал, что поедем на Слободское с шашлыками. Надоело это море! Надоело! Вообще!
Нету ничего в нем. Все выловили. Все выловили. 2 часа. Я все время наблюдаю, как Андрюха там ловит с Лехой. Леха уже поймал 6 сишков, сигов. Что-то там и у Андрюхи есть. Вот, у меня что-то не клюет. Вот, смотрите, что такое, не идет и как с ним бороться. Уже по 6 сигов. GoPro стоп идет. GoPro стоп идет. Помаши рукой маме. Она нас видит. Ну все, погнали. Сегодня мы объедем пад с правой стороны.